Так, знаю очень осознанного и умного человека, но он не очень богат по моим меркам. Хорошие вибрации не всегда притягивают финансы. Да, финансовая программа – это отдельная программа, установленная в человеке. И человек может быть очень хорошим, добрым и замечательным, но в нем может быть огромное количество ограничивающих его убеждений, связанных с финансами. И, возможно, он и оправдывает тем, что я добрый, хороший, поэтому бедный. Вполне возможно, что это так. У многих людей не установлена финансовая программа. Финансовая программа – это отдельный чип. Поэтому в Рерайт 3 жизни сейчас у нас будет отдельный марафон, который будет только по финансам, по финансовым убеждениям, внутренним программам и проработкам. Это действительно так. И я в себе эти программы раскапываю и думаю, еще буду раскапывать какое-то время так точно. Не хочу говорить, что не один год, не хочу такое себе создавать программу внутреннюю, но это не так просто, как кажется. И чем больше мы копаем, тем больше нарываем этого всего. Когда мы с этим вот разбираемся, настраиваем себя на финансы, плюс еще есть такое понятие, как денежное мышление, когда вы должны быть заточены на деньги, когда вы должны что-то делать, связанное с деньгами в том числе. Вы должны быть хорошо соображать в бизнесе, или быть хорошим финансистом, или уметь находить людей, которые хорошо работают с деньгами. То есть вот на деньги у вас должно быть. Очень у многих людей на деньги вообще все закрыто. Все закрыто. Ни знаний никаких люди не хотят получать на эту тему. Убеждения не дают даже поучиться этому. Потому что в любом случае такое понятие, как финансовая грамотность, никто не отменял. Понимаете? Я, несмотря на то, что долго искала свой путь, я всегда была богатая. Я всегда была с деньгами. Я всегда умела зарабатывать. Просто раньше я зарабатывала сложно. Тяжело. Я всегда росла, жила с убеждением, что я буду богатой, но деньги приходят тяжело, стерто-стерто. Я раскопала эту историю, и сейчас я считаю, что деньги могут и в моем случае приходят для меня легко. Вот это очень важно.